Суд по-соседски. Австрия готовит иск против Германии. В Вене недовольны дорожным сбором для легковых автомобилей, который Германия планирует ввести за проезд по своим дорогам. Чем же австрийцам, которые сами берут плату за пользование автобанами, не угодил немецкий налог, узнаем от Татьяны Лагуновой. Австрия идет в суд, в европейский, тот, который в Люксембурге. Подает иск против Германии. Предмет спора – дорожный сбор для легковых автомобилей, который немцы вскоре планируют ввести за проезд по автобанам страны. В Австрии считают он дискриминационный, поскольку ущемляет права иностранных водителей. Ввести плату за пользование автобанами в Германии решили еще несколько лет назад. Велосипед не изобретали и переняли опыт других европейских стран. То есть разработали собственную виньетку, которую должен будет приобрести каждый водитель. Цена от 10 до 70 евро в зависимости от срока действия, объема двигателя и экологических характеристик машины. Покупать наклейку должны будут все водители, которые планируют ездить по Германии. Но своим немецким правительство ее стоимость компенсирует за счет снижения единого автомобильного налога. Это и возмутило Австрию. В Вене заявили, либо платят все, либо никто. Подключить к судебному иску австрийцы пытались Чехию и Нидерланды. В Праге подумали и отказались судиться. А голландцы уже заявили, скорее всего, согласятся. Европейский суд планирует рассмотреть иск в начале следующего года, но вполне возможно, что до этого и не дойдет. Сейчас в Германии формируют новое коалиционное правительство, и в него войдут две партии – «Свободные демократы» и «Зеленые», которые сами выступают против дорожного сбора. Татьяна Лагунова, Геннадий Никеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала «Интер».